атаку. Думан Нарзилдаев. Передача по задумке неплохая, но Пламен Димов читал этот пас. Сам идет вперед болгарских защитников Житпеса. Передача на Молдакараева. Молдакараев обыгрывает Марочкин. Очень легко это делает. Обыгрывает второго футболиста. Молдакараев. Передача на Ерсалимова. Удар по воротам. И Окжетпес открывает счет в матче. Молдакараев скинул руки. Пес наказывает Кайсар за такой вот немножко невнятный футбол на своем поле. Давайте-ка еще раз посмотрим. Да, все-таки Молдакараев поставил свою ногу. Ну а Азат Ерсалимов просто красавец. Поскольку в этой ситуации Ерсалимов мог пробить, но поднял свою голову Ерсалимов и сделал практически передачу штрафную на линию вратарских, где Жаслан Молдакараев забивает гол.